Добро пожаловать в мой спортзальчик. Сегодня я попробую вспомнить былое, чем я занимался, когда был мастером спорта по тяжелой атлетике. Я им кто и остался. А именно рывок и толчок. Хочу продемонстрировать вам свою технику на 66-м году. Повторюсь, 80-й год. Уже практически прошло 40 лет с того момента, когда я последний раз занимался классическим двоеборьем. Итак, разминка. Что я хочу сказать? Тренер, опытный тренер, может сразу же разглядеть потенциал человека, насколько он может поднять. В данном случае Алексей Шредер, если ему поставить технику, с его силой запросто выполнит норматив мастера спорта. Это я как опытный тренер. Чувствую, чуйка должна быть. Юрий Белкин с его силой, когда я смотрел, как он приседал 300 килограмм, а тем более 440, поставить ему технику, олимпийский чемпион в весе, там сколько там, 105 килограмм, готов. В свое время Плюкфеллер говорил, что если бы попался ему такой ученик, как Ригерт в Германии, он бы его довел до нужной кондиции. Но, увы, таких нету. Из всего, что я видел по интернету, вот я вам еще повторю. Поставить технику Алексею Шредеру с его силой. Мастер спорта готов. А если Юрию Белкину, это олимпийский чемпион, рекордсмен. Вот. Ну, этим делом надо заниматься. Итак, рывок. Давненько это ничего не делал, еще разок повторю. К сожалению, штанга тут, я ее называю, это кошачья штанга, узкая. Риф маленький, но я думаю и на нем что-то сделаю. Не буду ссылаться на больные плечи, спину. Вот с таким вот височком. Есть одни такие интересные вещи, как если у вас не хватает гибкости, ну, в плечах у меня сойдет гибкость еще, в пояснице, нет, на коленях нет, есть такие хитрости, а именно, более высокие каблуки, и у вас появится нужная гибкость. Ну, пока разминаемся. Лучше. Опа! С палочкой хорошо. Все тут забито, все тут закоксовалось. Что надо сделать? Что надо сделать? Надо бы взять палочку. Где у меня палочка? Нету тут палочки. Она тут где-то лежит у меня палочка. Ху-ху-ху-ху.
палочка высоковата. Вот такой примерно должен быть каблучок. Без этого каблучка. Тогда будет то, что надо. И смотрите, вот я, допустим, сидя со штангой, я сажусь, сидя со штангой. Значит, осторожно надо быть, плафон не разбить. Вот я сажусь в сети со штангой. Смотрите, как я сел, да, сел, все вперед, все, все не так, как надо. Так, теперь я сажусь с палочкой, вернее, под пятками. Смотрите, что получается. Я сел более-менее нормально. Ведь, что делает высокий каблук? То же самое в приседаниях. Вот я со штангой там приседаю. Я раз, видите, спина у меня тут наклонена. Не хватает гибкости, ничего. И работает спина, и ноги через задницу. Сильные ягодицы, залог успеха в силовых видах спорта. И я приседаю, смотрите, теперь вот. О, как я присел. Спина ровно. О, опа. Попробуем с палочкой все рвать. Есть. Да, надо хорошенько размяться. Да, возраст берет свое. Так, возраст берет свое. Ну, я думаю, через какое-то количество занятий многое восстановится. И далее пойдем со штангой. Сначала поднимем без палочки. И задышка, без сомнения, посетит вас в пожилом возрасте. Так. Плафончик как бы не задеть. 25 килограммчиков. Чувствуете, как штана полетела? Еще разок.
И еще разок. Сейчас. Сейчас попробуем в седик. Эх, ё-моё. Насколько ноги у меня атрофировались. И штанга полетела, да? Вы видели. То есть для тяжелой атлетики надо освоить технику, и техника уже вам будет показывать траекторию вашей силы, которую надо наработать. То есть здесь должна быть наработана траектория силы. Как это все делается? Подрыв, отрыв и так далее, уход. Я в этом деле большой специалист. Много времени потратил на то, чтобы это все понять, осознать. Итак, второй подходик мы заделаем. Жаль, что узкий. Ну ничего, если ты мастер, и так даже нажмешь. Ах, как она полетела! Аж суставы дернула. Отлично. Еще разок. Отлично. Еще разок. Хорошо. Так. Каблучком в седик. Ух! Тяжело вставать. Еще разок. Ой. Фу. Тяжело вставать. Ну и тут должны быть. А я ноги давненько не тренировал. И ноги должны быть специфически подготовлены. Фу. Фу. Что касается рук, руки не тянут. Они только выполняют передаточный механизм от ног, задницы, спины и трапеции. Трапеции направляют штангу туда, куда она должна быть. Ни вперед, ни назад. Фу. На штанге 35 килограмм. Ну что, раза на 3-4. Один раз с пола. Раза 2 с виса. Очень приятно подумать, когда ты знаешь, как это все продается. Лететь как с пушки. Так летело 120, 130 и даже 140 килогерц. Еще разок.
заделаем. А лучший результат 160. Что касается анаболиков, да, я принимал анаболики. То был период времени 70-80-е годы, когда это считалось нормальным. Это делали все. Это было не запрещено. Вот. Но тем не менее, мастерами и чемпионами становились единицы. Почему? Потому что надо пахать. Надо оттачивать технику. У некоторых была огромная сила, но не было техники. И, увы, ничего не получалось. Фух. Итак, один подход будет как бы на палочке в сет. То есть вот это вам обеспечит ту гибкость, которой у вас нету. В этих суставах, тут. Итак. 35 кГц. Есть. С пола тяжелее. И в сидушку. Еле встаю. Ладно. Подбросим 45 и на этом закончим. Так как травмы спины, плеч просто не разболелись. Ну, колени. Колени еще у меня нет. Не побаливали. Мусик! Мусик, котик пришел. Посмотрите. Поэтому я на своей первой тренировке, не знаю, буду ли я дальше делать или нет, ограничусь 45 килограммами. Фух. 45 килограммами. Разыка на 3. Один раз с пола, два раза с виса. И закончим. С виса, обратите внимание, на именно на то, как я делаю подрыв. То есть, когда вот это движение сформировано правильно, вот это дик, дик, и плечи. Направляют конечную траекторию движения, а руками вы заправляете под себя. Ну, так как я сейчас с седом, у меня проблемы, видите, я просто-напросто и сесть не могу как следует, и встать не могу. Ну, посмотрим. Фух. Спинка ровненькая. Есть! Опа! А теперь смотрите, вот подруга свиста. Как она летит! Очень приятно вес поднимать. Могу так еще два раза поднять. И еще разок. Есть. С рывком покончили. Теперь насчет толчка.
Разберемся. Толчок имеет тоже свои специфические вещи. Особенно толчок от груди со штангой. Как во время рывка уход, во время подъема на грудь, во время толчка с груди надо взаимодействовать постоянно. Киска пришла. Фу. Взаимодействовать постоянно. Ну, начнем разминочку. Разминочку. Значит, смотрите, гибкости никакой. Штанга на грудь не ложится. Значит, надо ее здесь хотя бы размять. Плечи. И получается, что слишком большого бицепса для тяжелой атлетики иметь не следует. Потому что он ухудшает гибкость. А что касается подъема, совершают ноги, спина и связующий элемент лопа. Ягоды должны быть в ягодицах. И немножко, конечно, трапеция. Ну, ох ты! Ой, ё-моё! Толчок. Присели, раз, и дальше отталкиваетесь от штанги и заправляете себя в сет. Есть! 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 Присядем с палочкой. Да. Будем брать в стойку и в полусед. Ну, погнали. Разок с пола, два свиста и два-три швунга и один толчок. Тут надо осторожненько быть. Так, свишу. Еще разок. Толчочек. Требует отработки толчок. Совершенно новое занятие. Вот те, кто привык качаться, и потом вот так вот поднимает штангу. Хорошенько выматывает. Ну, еще разок подойдем, а потом навесим. Штанга должна хорошо здесь лежать на груди. Кстати, и в отличие от вот жимлежа, оно вот так совершается, да? Где-то вы жмете вот так. Здесь должно вот так идти. За голову, локти. Ну, давайте.
вспомним былое. Поставим 35. Сразу спина вспомнила траекторию движения, нужный импульс. Она налилась. Рабочий инструмент. Рабочий инструмент. Бедра, спина и задница. Связующий элемент между ногами и спиной. Именно сильная задница, ягода в ягодицах, позволяет передать силу и с ног, и со спины, и связать их воедино. Тяжело, но как это заставляет организм работать по-другому, и он буквально дышит, а поднимать приятно, вот когда все отточено, движение налажена траектория движения, техники, и сила там имеется. Поднимать штангу становится очень приятно. Сорок пять килогерц. Два раза поднял на грудь, два раза шлунганул. И хватит и будет. Фу. Все уже давно выверено. Смотрите, подрывчик. Сама летит. Есть. Ну, 55. Заделаем. И хватит. Фу. Поднакачать ноги, чтобы они упирались. Потому что ноги никакие.
сила осталась в ягодицах и в спине еще. И пойдут веса один за другим. А тем более настоящая штанга, траектория там несколько другая, нежели на этой народной тире, как ее называл кошачий. И правильная техника подъема обеспечит вам бестравматические занятия тяжелоатлетическим спортом. Вот мы с вами и позанимались тяжелой атлетикой. Существует ряд подводящих упражнений, которые позволяют правильно брать штангу в сет, тренировать сет, вставание, все это дело делается. Ну что, 55 килогерц. А, ноги совершенно не тянут, так вот. Ну, поехали. Отрывчик смотрите. Опа! Вылетела сама. Есть. Фу. И еще раз. Фу. Есть. Руки включились. Все. Подхватили как положено. На этом закончим. Во всем должна быть мера. По крайней мере, я вам показал, что что-то в этом деле я смыслю. И что-то еще осталось. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч!